Аскар Узабаев теперь носит гордое звание учителя. Режиссер подготовил первое молодое поколение клипмейкеров-выпускников своих собственных курсов. Это действительно первый поток, и я вообще первый раз себя пробую как преподавателя, да, и для меня был очень интересный опыт преподавать ребятам. Я сам, думаю, за это время многому научился и многое понял. Всего птенцов, вылетевших из гнезда, оказалось пятеро. Их дипломными работами стали съемки клипов для казахстанских звезд. Среди них Нуржан Керменбаев, Галымжан Молданазар и Дагуда Джаз. Кстати, опыт преподавания Аскару Забаеву очень понравился. В то время, когда я учился на клипмейкера, не было ребят, которые снимали клипы и которые могли бы передать мне свой опыт. И поэтому все, что как бы я делал и знаю о казахстанских клипах, я все рассказал ребятам, которые учились у меня. Тонкостям клипмейкерства начинающие режиссеры обучались 3 месяца. Каждый в итоге получил сертификат и личное одобрение у Забаева. На этих курсах было очень важно в ребятах воспитать собственную индивидуальность, потому что я им всегда говорил, что вас будут любить и ценить за вашу индивидуальность, потому что вы умеете снимать так, а не как-то по-другому. Получилось ли у режиссера привить своим подопечным главные ценности клипмейкерского искусства, судить, конечно, зрителям. Ну а пока продолжать карьеру учителя Аскар не планирует, по крайней мере, в этом году.